Именем Габдуллы Тукая предлагают назвать школу номер 22, Татарскую гимназию. Чтобы знать свою литературу, язык, культуру, мы должны вот прививать любовь нашим детям и дальше изучать еще глубже, еще больше творчество Габдуллы Тукая. Члены топонимической комиссии единогласно проголосовали за присвоение школе номер 22 имени Габдуллы Тукая. На заседании также обсудили возможность присвоения одной из улиц западного района города имени бывшего директора ГНЦНР, почетного гражданина города Валентина Иванова. Присвоение имени Валентина Борисовича Иванова улицы на территории микрорайона Академгородок послужит увековечению памяти этого человека, внесшего неоценимый вклад в развитие научной деятельности нашего города. Комиссии предложили два варианта улиц, которые могут назвать именем нашего земляка. Одна из них находится в Академгородке, другая вдоль центра медицинской радиологии. Кемран Кичимайкин, Константин Белов. Наше время.